Октябрь. Мы в Ахене. Немцы бьются за него как сумасшедшие. Союзники вошли в немецкий город в первый раз. Но не в последний. Мы думали, что, освободив Париж, станем на шаг ближе к дому. Но это было только начало. Теперь мы сражаемся в городе, в Ахене. Крауты вцепились в него мертвой хваткой, и неспроста. Мы пробиваемся через их западную границу. Дэвис сказал обыскивать все кварталы, все дома. «Прикончить их всех», — сказал он. Тёрнер и Пирсон на ножах с тех пор, как мы здесь. Война изменила нас всех. Слушай, будешь давить на меня и увидишь, что будет. Похоже, понадобится больше средств. То, что я приказываю, и есть твое задание! Эй, прибавьте темп! Мы должны успеть до ночи! Эй, смотри, что я нашел. От твоей девушки. Я говорил не трогать мои вещи. Ты что, даже не вскроешь его? Боишься, что там прости-прощай? Видишь адрес? Стоит Дэниелс, а не Ред. Причина одна, но Дэниелсу. Как не обидно. Думаю, она тебя отшила. А может, это письмо Шрёдингера? Типа, пока не откроешь, она еще твоя? Ай, может, это письмо Шрёдингера? Что? Сгорел, что ли? Оставить трёп! В 7:30 атакуем Национальный театр. У каждого есть свой предел. У каждого. Так это или нет, но если я хочу вернуться, я должен верить в твою любовь. Пошел! Пошел! Давай, Дэниелс! Дэниелс! Я помогу! Не поднимай голову! Проклятие! Мы убиваем их, а они все прут! Долго мы так площадь не удержим! Артиллерия уже в пути! Говорят, максимум 10 минут! Или 10 часов! Лейтенант, нам срочно нужны танки! Танки прикрывают флангу! А ну-ка, заберитесь все и дайте подумать! Сэр, нет времени думать! Так, Дэниелс! Дуй Саэла за Пирсоном! Вызывайте танки! Живо! Ладно, Пришли! Пошли! Дэниелс! Телефон! Держите, сержант! Дэгвуд Уайт, 2-7, злодею! Мы под обстрелом! Запрашиваем немедленную поддержку на рубеже 2! Прием! Вас понял! Но ведь тогда мы откроем фланг! Ну и прием. Ладно, главное, шевелитесь уже! Принято! Выполняем! Прием! И поживее! Баки рвут нас на части! Отбой! Ладно, ребята, идем к городскому театру. Поможем первому взводу. Позиция врага неизвестна. Переключаемся на радио и рации. Включаю радио. Рэпсон, мы идем направо и срежем к театру. Вас понял. Выполняю, Берез. Абрамс, Бул, вы остаетесь здесь со вторым взводом. Прикрывайте фланг, пока мы не вернемся. Вас понял. Сделай, Берез. Всем быть начеку. Вы остаетесь здесь со вторым взводом. Прикрывайте фланг, пока мы не вернемся. Вас понял. Сделай, Берез. Всем быть начеку! Следите за окнами! Ладно, Рэпсон, пошли! Эй, вижу движение! Справа! Ребята у театра столкнулись с тем же, что и мы. Выбиваем немцев с точки, но их возвращается больше. Сейчас мы на их земле! Совсем другой разговор! Если хотят море крови, мы им устроим! У них нет ни шанса! Они так не считают! Панцершреки! Не залетаю! Заряд, казённики! Беглый огонь!
Зажжайте! Прямо перед нами!
один удар не выдержит!
Немецкий танк слева! Танк по левому борту! Попадайте на прицел! Танк уничтожен! Нам надо разобраться с Тигром! Нельзя уходить, пока не добьем последний танк! Тигр слева! Перезаряжаю! Рикошетил! Я не вижу вражеский танк! Не вижу противника! Ищем его! Выстрелы в лобке пробьют броню! Стреляй в него сбоку! Не попал! У него на прицеле! Отъезжаем! Промазал! Наряд не попал! Нет визуального контакта! Ищем врага! Я его не вижу! Я не вижу даже следа! Не попал! Дегвуд Уайт 2-7. Рэпсон убит. Остались мы. Скоро будем у вас. Ну же, наши ребята ждут. Едем на холм. Чиню все, что могу. Ребята уже совсем рядом. Дегвуд Уайт, отбой! Ладно, Перес будет удерживать позицию у театра, чтобы прикрыть наш фланг. К отелю Оллендорф пробиваемся без танковой поддержки. Пошли! Ладно, действую. Нацисты давно используют отель как свой штаб. Нам надо захватить его. Было бы проще, будь у нас пара танков. Перес должен удержать эту позицию. Мы на острие атаки рядовой.
Внимание! Проверьте окна. Враги могут быть в витринах. Что-то не так, слишком тихо. Просто глядим в оба. Спокойно, держитесь укрытие. Все будет хорошо! Усилить танки, очистить! Держись, дружище! Ты спас мне жизнь! Я перед тобой долгую! По лестнице не пройти. На улицу возвращаться нельзя! Стена с виду хлипкая. Дэниел, давай гранатометом. Назад! Сюда! Дэниел, расчисти путь базукой! Ты не можешь нести сюда! Больше. Лови! Вот он, ребята. Последний оплот Краутов. Дэниелс, бинокль. Да, сэр. Здесь очень тихо, но это скорее плохой знак. Дэниелс, что видишь? Небо чистое. Бомбардировщики отработали. Что ты высматриваешь? На что ты уставился, рядовой? Я смотрю на отель. На балконе никого. Солдат вообще нигде не видно. Наверное, засели внутри, укрепляют оборону. Они сделали ставку на это место. Значит, сможем подобраться без особых проблем. Но когда ударим по отелю, лучше быть готовыми ко всему. Сначала жилое здание. Там может быть полно краутов. Зачистим, обезопасим тылы, потом к отелю. Стройся! Дэниел, Сусман, вперед! Пошли! Осторожно! В квартирах может быть полно врагов. Патроны, рядовой! В обоих кварталах! Я про тебя не забыл! Все чисто! Вперед! Будьте начеку! Дэниел, нам нужен гранатомет! Берегись обратного удара! Ничего не вижу! Ложи! Чем рассеивается? Готовьтесь стрелять! Еще враги! Ложи! Роджерс, вперед! И зачисти следующую комнату! Есть, сэр! Заблокировано! Надо продираться внутрь! Какой тесный проход! Не знаю, пролезу ли. Не стоило налегать на тушенку. О,
Как смешно. Дэниелс, пошел. Сейчас! На помощь! Ты ранен? Все хорошо. Крауты везде! Цель вон там. Действуем тихо, пока не ударим. Ладно, пошли. По лестнице вниз. Грузовик перекрыл нам дорогу. Оттолкаем. Аела, сними с ручника и рули. Остальные толкаем. Так точно. Дэниелс, нужна помощь. Вот же сука! Немного бензина есть. Аккумулятор живой. Надо будет выбираться. Думаю, я смогу его завести. Молодай, студент. Ладно, двинули. Готовьтесь, парни. Дэниелс, еще одна стена. Пробивай. Снесем все стены, да? Осторожно. Вперед! Не стойте! Надо начистить ком. Тут вон, направо. Поел, налево, на стой. Ставим, тихо, на второй этаж. Есть! Они заняли оборону главной лестницы. Назад в конце. За помощь! В порядке?
Второй взвод работает наверху. Нам надо зачистить подвал. За мной! Вот! Держитесь рядом. Могу подкинуть гранаты или дымок. Эй, Стайлз. Я нашел для тебя подходящее укрытие. Хватит! Дэниелс, дверь! Свет! Похоже, ребенок. У кого-нибудь есть шоколадка? Да, сэр. Ты, наверное, голодна. На, возьми. Нормально, нормально. Мы вас не обидим. Не обидим. Нет еды. Моя сестра, пожалуйста. Помогите! Нет-нет, подкрепление краутов будет здесь минуты на минуту. Нам некогда нянчиться с гражданскими. Их всего двое. Сэр, взгляните сюда. А, великолепно. Черт. Возьмем тот грузовик в паре сотен ярдов, пригоним его сюда и всех вывезем. При всем уважении, наша задача захватить отель. Я не говорю по-немецки. Знаешь немецкий? И какого черта ты об этом молчал? Такого. Ладно, мы забираем этих людей. Дэниелс, Аелла, берите грузовик, встречаемся у западного крыла отеля. Шевелитесь. Интересно, что еще вы скрываете, Герц Усман? Будьте снисходительны. Не в этой жизни, рядовой, не в этой жизни. Остались только мы с тобой, Дэниелс. Что же Цусман не сказал, что знает язык краутов? Он полунемец, полуеврей. Не хотел, чтобы кто-то знал о его родстве с фрицами. У нас у всех есть что-то, о чем мы не хотим говорить. Верить не могу. Заботимся о кучке краутов. У них там ребенок и старики. Всех не спасешь. Они гражданские. Отправим их в тыл. Вот что мы сделаем. Так, минутку. Надо завести эту крошку. Ладно, мы тебя прикроем. Крауты на подходе! Заводи его! Похоже, они отступают. Ты его завел? Спасибо, что прикрыл. Думаю, они перестраиваются на северной стороне. Надо предупредить отряд. Надо поскорее вывести гражданских. Да, или окопаться. Рискованно. Могут попасть под перекрестный огонь. Поздно волноваться. Вперед, вперед! Пирсон прав, Дэниелс. Нам некогда думать об этих людях. Это гражданские, им нужна помощь. Давай нас гости остановить на улице! Есть, сержант! Ладно, вывозим гражданских! Вперед! 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 Сэр, нам пора! Подкрепление скоро прибудет! Она? Она! Погоди, ты куда? Что она говорит? Думает, что ее сестра вернулась в подвал. Значит, там она и останется. Надо вывозить людей. Идем. Лейтенант, я схожу? Не разрешаю! У тебя 2 минуты. Я с тобой. Нет, только Дэниел. Слишком опасно. Все, кто остаются здесь, прикрывают. Да, сэр.
Возвращайся мигом. Так точно. Черт! Шайся! Черт! Надо найти Анну. Анна, ты где? Она должна быть где-то здесь. Анна! Надеюсь, она не пошла наверх. Эй, привет! Пойдем к твоей сестре. Сюда. Все хорошо. Du kannst nicht entkommen! Не стрелять! Auf den Boden! Все хорошо. Wo ist er hin? Er versteckt sich! Den Keller durchsuchen! Bin dabei! Все хорошо. Was soll das? Du wirst wieder raufkommen! Черт! Черт! Nein! Das war... Was soll das? Du wirst wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden!
Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Ты молодец. Мы почти выбрались. Побудь, пожалуйста, смелой еще немножко. Изъедалась. Я выведу нас отсюда. Куда они все лезут? Надо двигаться дальше. Ты молодец. Потерпи еще чуть-чуть. Die kommen nicht zurück. Отсюда они доберутся сами. Идем. Мы их сопровождаем и точка. Пирсон прав. Если пойдем с ними, их могут начать обстреливать. Это слишком опасно. Давай, Сусман, зачищаем улицу. Затем вывозим их, понятно? Понимаю, сэр. Я подумал, что без нас будет безопаснее. А если мы позволим немцам вернуть себе отель, все, кто здесь пойдут, будут в опасности. Это не Касарин. Превосходство у нас. Сажайте в грузовик. Это твоя затея. Занять позицию! Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäuschen. Ja, ich kann fahren. Bechle. Berigis! Грузовик подбили! Эрика! Bitte, Эрика, fahr auf! Она умерла. Вперед! Живо! Ты что творишь? Выполняю приказы, все назад в отель! Марш, марш, марш! Эй, мы не можем ей помочь. Мы взяли Ахен. Открыли западный коридор к Рейну. Но пропасть между Тёрнером и Пирсоном лишь увеличилась. И на кону оказались не только наши жизни –